Че, вайп или че? Да. Диван можно давать? Давай. Ложись. Пончик с пекасе. Че меня не просили? Дынчика убил, и тебя не просили. Он ко мне всего лишь залетело 20, 20, 30. Че там 85 000 хп? Причем по времени 53, 55, 59. В принципе, за 7 секунд тело 60 урон. Монтика у него. Рыбус. Там дело в том, Моса, что падение метеора делится урон. Если в одного прилетит, он ваншотнет. Вот она стоит. Пни под хвостом. Даю проверку. Вот здесь. Лапку дайте. Да. Внизу, крест паладины. Внизу, да? Да. Кухан, что-нибудь. Лапа друиды. Кому-то еще надо крест. Магом можно. Меня слышно? Ну, да. Что-то я зависаю, погодите 2 секунды. Это нормально. Ты на вторую. Последнюю платформу буду страховать я, как показывает практика, он туда не долетает. А если и долетает, то только после того, как... То есть вы можете туда даже не бегать. Мы-то с работой не бегаем. Тимыч! Слышь, престы заебали кидать эту хуйню на меня. Тимыч, чё не хватает? Все, все здесь, все готовы пойти. Как подлетит? Кому придание силы кидать? Лучше всего кидай. Ему больше профита будет. Вера, нет? Да и так работает вроде. Я дал Геру, у меня КД. Я вам под Герой бью. Вверх.
Нифига он резко взлетел. Что было сейчас? Минус 3. 3 по 250. Да он что-то быстро летать начал. Чё он такой ебанул? Он так и летал. Блядь. Нет. От локов, блядь, замедление просто. А, это локи виноват. Если бы ты на Т5 выше стал на немножко. Он так и летал просто, блядь, когда вызываются големы, вот эти, от локов, тогда он замедляет. Мне откатит БРчик, БР. Не достаем чуть против, он вроде бы отвлекает. О, все хорошо. Тимыш, может хватит уже, блядь, бегать постоянно, блядь, падать с платформы и бегать по кругу. Блядь, лучше пассивных домах будешь хоть. Лёха, ты просто не понимаешь, а Т5 реализуется. Арена на первой платформе. Бэйри Моссу. Дите баф. Кем там мелкий поверх бегает? Все просто. Малдазар, а ты в Дисе? Угу. А зачем ты тогда мне пишешь? Не хочу спамить. А, ну точно, можно еще прыгать. На первую платформу. Вверх полетит. Yeah,
вторая просто. Чего это исследует? Драм, часть убить. Медики, можете идти подбивать. Ловить уже не процент. Вверх полетел. Почему? Видите, бой. Тимыч, дашь по шаму. Чего же, наверное? Блять, агро нету, народ, блять, нету ни одного на пула, блять. Че, давай я на боссе постою тогда. Чем вы убили? Толк. Жнуэн огненный перья. Ну это взрыв маленького. Че, подержать плюсы, Лех? Умыч по Жнуэну, давай, БР. Разница, блядь, кто держит. Рос свой нельзя подождать. Он... Более 4 руни. Где мы здесь, блядь, подними же. Где мы еще? Лохаст. Нэн, подними. Роман. Мелкий. Блять, подними шамана, сейчас же. Вторая сова, подними вара. Короче, не того, который наверху лежит, проходит. Заберите. Один на ману отдал. Один СС по денечку дайте. Даю СС денечку. Лужа стоит, лужа стоит. Дайте баф и нажмите. Чувак, до сих пор каски не дали.
Паладин 250. Чё, да там ебаные лему, которые перекрывают аддон. Он далеко стоит. Подбеги вон к угольку поближе. Тебя выберет мышка. Я типа кидал, а там ебаный лем, который баф получил. Как заебал этот фростмах уже время. Иннер, дайте японцу. Мазар, дай ему. Чего? Уже когда я должна прийти у тебя? Его моментально сейчас убил. Угадал я с СС-ом. Моба заберите. А там откинуло просто. Три танка. Поверишь. А вы где босс падает, не стоите, отбегайте куда-то. Он бы же там появлялся. Скучно, Денчик какая-то, по-моему, падает здесь. Он когда падает, Денчик, ты бабл прожимай. Тебя не добивать. Хит. Где ДПС? Конечно, сам в соло. Старый, на следующем приземлении Геру дай. Ну, 20 лям. Всего. Ужас, ужас. Ощущение, что все мелкие добиваются в тот период, когда босс прилетел в лейд. Что так долго. О, ебать, он в копии может летать. Пока да я так-то в копии. В тотем летает. А я что-то ни разу не замечал. И в время он летает. А, уже ждал. Еще одна будет. Часа через 5. Обычно за 2 минуты убил. Ты его? И выделся. Чего? Идите варп, идите поедем. Как это, сука, ты выйдел? Козырный ход. Грините, они... Видео есть, не надо ливаться. Убийство босса. Безурок. А если он так... Типа, если он так в гере заявит? Он в гере и выйдет. Да.
Прикинь, там 1% останется, он заэвейдится в гейре. На второй фазе в гейре он не эвейдит. Да, это ты-то еще не в курсе, эвейдится он там или нет. Как он может заэвейдиться? Мелкий, который на месте стоит, может заэвейдиться, да? Малдазар, пожалуйста, это не Пугарейд, а Гильдрейд, и БР тут раздает РЛ. Не нужно писать мне в ПМ о том, чтобы я тебя БРнула. Если бы это какой-то игрок, который в гильдии первый день, и он дает тебе БР, то это ГП и тебе, и игроку. Пончик готов? Секундочку, переезжаю. Ну все, вроде готов. Все, поехали. Короче, это. Карина на четвертой в платформе. И сюда летит. Есть. А я есть то, что вижу. Дайте Геру, шаманы. Там да, она в КД. 8. Видишь, нормальная скорость, когда эти големы локов называют. Хуй знает, он там как ебанутый летел вверх. Краю подойди, не могу, не достаю. Скорость после вайпа багается. Ну, Брун, ну подойди к краю. Нет, хил есть. Ну, хил есть, он в танке. Че он сейчас как ебанутый быстро летит? Никто не сдох даже. Неужели? Карина, страхуй последнюю платформу. Быстрее. Там один каз зайдет, а у Ешки. Он Дима. Больше не должен. Захил. Зашел. Ничего страшного не случилось. Были бы с сапротами, меньше бы урона поломал. Я так вообще не почувствовал. Потому что ты танк. Да блять, я на первом боссе даже с сапротом, ты шутил. Я на всех боссах хожу с сапротом. Подведи к краю. Есть доступ в гильдбанк. У нас тоже так. О, хорош, подкинул меня. Ой, зато бежать не надо далеко. Лёха, ты чё, курить уж? Летающая рыба. Нет, кушай, сейчас я наложу, приду и... Тут уже 50% почти. Да я вижу. Почему я на... Я всё вижу. Могу стрим включить. Чтоб на кухне смотреть. А вот ты сегодня сейчас с самого утра нихуя не делал. Ну, я тоже. Грустная тема. Блин, Карина! Жду открытия магазинов. В смысле, это пиво не жрачка? А что пиво это? Я. Подними на край. С рыбой пиво, блядь. Сколько можно? И поел, и попил.
там мелких, смотрите аккуратно. Подходите, автобег мелких. Видите все, блядь. Возле мелких. Похитите там. А какое оно? Мы не можем до нее достать. Я не знаю. Чё? Кто-нибудь потаунтите. Милик любой, блядь. Речь. Ору и постоянно. Ну подойди ты поближе к краю. Ну не прохиливаем ни тебя, ну не достаем. Нет. Я только до босса добежала. Мы все равно не доставали бы тебя. Дракон. Че, им не таунтится. Блин, вы птенцов не взрывайте в РДЗ зоне, вы чё? Пиздец, вы заебись, птенца взорвали, танк откинули к выходу. Угу, а все РДД зону в разные стороны. У вас чё, блядь, вчерашняя тема продолжила? А чё вчера было? Попа вчера была. Потные рейды, блядь, в язычных местах. Ебать, а как до туда добежать быстро? Я в душе не имею. Ну, файп чё. Ваншот не моба, он тебя откинет. Давай. Самый сложный босс, да? Это ХМ, ну просто не поменять. Да походу в ХМе проще, ебать, чем сейчас в обычном. Кто там с тобой бегает? Тут доступа не у всех юниров лети, какой хэм. Кто с Артеме с тобой с хилов бегает? Ням. Ням. 250. Вставай, салам алейкум. Хуй знает. Я сорти или эсити или бежать? 5 секунд не было захилано. Рестница порадовала его рыбкой. Ёбнет слакает, то еще что? Пора начислять в больших количествах.